Добрый день, гости и подписчики канала. 29 октября, штиль, температура воды плюс 14 градусов и ранняя раздача саркана. Выход зубастых начался за полчаса до восхода солнца и через час закончился. Да. Один половили пилькер, ставим другой. Так он же уловит. Я художник, мне же не количество поймать. Я знаю. Да, мне на один не интересно. Мне надо на 10 пилькеров поймать, а то рассказывает, что только на этот ловится. Он на все ловится. А сколько грамм? Сейчас 10 ставлю, потом поставлю. Маленькие ставлю. Да, да, я потом сейчас... О, вот, вот видите, первый же... Он... Этот уже побольше хоть. О. Поставим другой пилькер. Опа-на. Вероятность на пилькер лучше. Сейчас я посмотрю, какие у меня пилькера, конечно, непрофессиональные. Да я подскажу, что там. Что там. Кидай и лови, и все. Главное, проводи, чтобы подергивать, и все. Тяжелее, это не годится. Ты просто сейчас он активный, осень, это такой пилькер летом надо. Вот просто видишь рукой, смотри, катушка на месте, и работаешь кистью чуть-чуть, подкидываешь и все. А, иногда да. Делаешь паузу, делай паузу иногда, чтобы он немножко. О, все, так, Юра, сейчас я тебя сниму. Ай, блин, да что это что это? Ну сейчас поймаешь, видишь, у меня вообще сейчас на 15 грамм. Научись, главное, чтобы тебе нравилась проводка, Юр. Да, я понимаю. Ты должен кайфовать, и тогда оно пойдет само. То есть, вот я даже иногда почаще бью, иногда делаю паузу. То есть идешь равномерочкой, иногда делаешь паузу, он может на паузу взять. Когда поменял немножко проводку по-другому, он может взять. А в основном как? Крутишь и крутишь, и все, и ждешь. И все, видишь, тут особо
такого. Надо пикировочки заехать за фаром, блядь. Калипсо. И все. Посмотри мои ролики, там прямо видно. Но я на любые ловлю. Эти... Да, это все по барабану, эти разговоры. Я сейчас поставил просто 15 розовых. Розовый сейчас модно. Не то, что я его люблю. У меня просто хорошие пилькера уже столько поулетало. И я... Вот я начинаю на белый. То есть не из-за того, что просто, ну, типа привык, что какой-то должен быть план. О, видишь, опять взял, тоже на дальнем забросе пошел. Надо пока набомбить, пока у него жора. Сейчас дальше начну экспериментировать. У меня еще этот стики, у меня еще есть, я хочу поймать на эту самую, на красную нитку. То есть никто не ловил у нас в Одессе. Вместо тройника будет красная нитка. Я знаю, у меня нитка есть. Так я нет. В Угаре так ловил. Вот, а здесь никто не ловил, поэтому мне ж... пока мелкий, блин, ты все. Сантиметр в этом году у меня. Во, видишь, ну это на бомбарду. Это не считается. А уже на... Вон, смотри, на каждом забросе, видишь? Не, я имею в виду, что я же на пилькеры. Меня интересует... Трошки побольше. Самый тяжелый 11 грамм. Вот это уже другое дело. Ты его прогрузишь хорошо сейчас. Сейчас поставлю. Есть какой-то у меня такой кривой. Надо поп... Что, Юра, тянешь уже? Во, ну все, поздравляю. Юра, покажи, первый сарган на пильке. 46 сантиметров. Да не хочется, чтобы видели. Да ну, отпустишь, если что. Поздравляю, первый сарган на пильке. Да. Отпусти, кидай. Вот, все, отпустили. Ну, летит он хорошо. Смотри, куда летит. Ну, так у тебя какой шнур? Метров 40. Какой шнур? Ну, шнур по Японии 0,03. Ха-ха. Так, конечно, он будет далеко лететь. У меня шнур 0,6. По Японии. Ну я могу на 60 метров закинуть. А нет, на этой палке 0,4 стоит. Ну все равно, видишь, у тебя поэтому летит. У меня просто, когда я ставлю пилькеры 15 грамм, часто обрываю. Поэтому у меня 0,6 стоит. Не смотрел, как я щуку бомбил? Юра, да. Вот это сейчас самое модное. Вот такую бери, Калипсо. Или что-то похожее. Ага. Да, просто розовое. Там не сильно. Конечно, снурики толстые. Да, по барабану это все. На староконный лучше, если хочешь сэкономить денег. 20... Опа, сошел. 27-й контейнер, Володя. Ты видел только что... Ведлюжок ставишь и там, и там? Да. Ага. Не, что еще раз? Ведлюжок? Вот. Не, ведлюжок у меня вот здесь. Здесь ставишь, и да. Все. А там американка. Нет. Или да, привязываю. Помню. А здесь вообще привязано. Привязана лучше, чем американка, но так как я, понимаешь, их постоянно меняю. Все удобнее. Да. Ну вот, отлично, ставь этот, пробуй, вот давай. Сейчас поставил десяточку красненькую. О. Они же ходят, идет один, за ним бежит другой. Надо сразу у них выход, я взял, ты уже должен рядом кидать. Чтобы мы удержали стайку, чтобы она не ушла. А они как, одна стайка здесь, а чувствует, другая стайка чувствует, что кто-то взял. И они начинают, вторая, третья. То есть сразу же начинают несколько штук брать. Ну сейчас вот же сейчас опять выход был. У меня что кажу взял. Смотри, а если взял удар, тоже можешь немножко медленнее. Он бывает в догонку, либо он, либо второй берет.
Очень часто, ты же видел у меня, идет удар, сход, потом опять удар, есть, опять сход. То есть это часто. Он когда сейчас активный, потому что он в клюв брал. А когда он багрится, он, значит, идет, сопровождает, думает. А когда он берет клюв, они друг у дружки пытаются вырвать. Я чуть-чуть маленький паузу сделал, второй раз удар. Вот, я же тебе говорю, когда... Ну вот, а там, может быть, это не он, их идет стайка. И знаешь, один промазал, за ним я второй. Классика, в рот взял. Ну да, главное лови. А нюансы они придут. Через час после восхода солнца раздача саргана закончилась. Всем ни хвоста, ни чешуи. Благодарю за подписку на мой канал.